что ты только... Напомню, что Виктор Высоцкий является арт-директором нашего совместного фестиваля. И, кстати, у нас уже 4 фестиваля прошли, так что в следующем году это юбилей, маленький юбилей, правда, только 5 лет, но лишь нашего совместного фестиваля. Спасибо, Виктор Высоцкий, что позволили нам. Вот, я правда, вот сложится впечатление, что ты любишь только певцам компонировать. Но это неверно, это неверно. Ты охотно компонируешь, ты играешь в симфонии все-таки, да, и любишь солистов-инструменталистов. Но я знаю, что, конечно, больше всего ты любишь компонировать флейтистка. Но если у меня флейтистка, ты охотно приглашаешь скрипач, правда? И вот сегодня ты пригласил к нам лауреата международных конкурсов Марию Салазову, чтобы мы могли послушать Ромку Капричева «Сенсанс». Ромка. Thank you.
Thank you.